Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Досталась неделя до открытия охоты. Мы выбрались в эту... Кротки подшаманить, уже все сделали. Это вы увидите дальше в видео. Вот. А пока, если вам не сложно, подпишитесь, поддержите мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, потому что вам не приходит уведомление. А скоро будет открытие охоты на гуся. Это будет очень красиво. Думаю, зрелищные налеты будут. Все. Всем ни пуха, ни пера, а мы на лыжах вот так вот шуруем. Все. Ну что, вот он наш первый этап подготовки к весенней охоте на гуся. Пробиваемся по бездорожью. Сейчас у нас сколько? 4 тут, 5 машин, 3 УАЗика. Пойдем. Все, следом пойдем мы. Вот так вот. Пробиваемся. Так, зацепили один УАЗик за другой УАЗик и за две березки. Посмотрим, вытащим сейчас или нет. Это оффроуд какой-то получается, а не разведка по гусиному. Серега! Да у Сереги дверь открыта. Серег, багажник открыт! Рунва! Пошла реклама лебедки. Сейчас вторая березка вытащит. Она сейчас поднимет и сломает вторую березку. Надо ниже, давай. Эх, мотоциклисты. Ага. Да, да. Звук какой-то. Да, 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 мне тоже. Давай, Серег, сейчас дергай воду. Давай, а там держи. Сейчас задний мост, блядь. Вы что творите? Моя стяжка! Перетягивание каната! Давай, кто кого? Давай, цепи, я сейчас поехал вперед! Все, давай! Мне понравилось, ты далеко не убирай веревку! Вот так вот. Отправляемся на скатки. Оп, оп! Опачки! Опачки! В кадре попочки! Вот так вот. Через неделю открытие охоты. А снега. Оп. Все. На лыжах. Ты что, застрял? Да там колеи столько наделали, что санки сваливают. Оп. Движемся. Навстречу. Нашим скаткам. Ну там вот идут ребята. Да, хорошо, что вот. Такая красота. А здесь везде лед.
стоит. Переправа. Через наш волшебный мостик. Вот. Двигаемся. Так. Каркас-то цел. Мастерим скрадок. А это у нас растрепало вот. Труп за зиму. Снега внутри было по самой небовой. Давай вот здесь еще. Под артиллерию. Смотри. Вот Димон. Скажи всем привет. Ваня! Тоже. Добытчика травы. Вот, пацаны траву собирают на лыжах. Там еще сидят. Скребут. Набрали камыша. Веток. Сейчас будем маскировать это все дело. Должен быть шикарный вид. Так вот потихой. Подшаманили скрутки. Снега еще очень много. От Матвея поступила команда больше берез рубить. Присада. Присада. Так вот. Друзья, всем доброго утра. У нас второй день. Вот. Сейчас позавтракали потихоньку. И пойдем ставить еще дополнительно скрутки. Новое место, новая точка. Вот снега много. Ночью было минус 7. Вот. В принципе, переночевали комфортно. Так что вот так вот. Смотрите. Дальше. Сегодня очень много, кстати, чайки пришло. Чибисы летают. Вот. Посмотрим. Гуся пока не видим. Так, движемся для установки новых скрутков. Вот. Надо нам еще одно место забронировать. Вон там ребята идут. Весна. Душа поет. И требует. Что требует, Олег? Весна. Неделька осталась, да? А что, снега много, да? Много. Совсем чуть-чуть, да? Много-много снега. Так вот, строим очередной скрадок. Серега, Олег, все здесь. Вот, приехала партия маскировки. Потихоньку новое место, вот такое вот. Здесь будет шикарный разлив. Надеюсь, гусь придет. Конечный результат покажем чуть позже. Вот. Края замерзшие, блин. Получается, надо сначала один край пилить, а потом саму середину. Ну мы вчера-то, бля, по орыху мы снили. Короче, я заманался, блин, пилить две кочки. Вот бери у меня, да, вот это. Вот так. До скорых встреч!